Это ж надо, они такие сильные, они такие крутые, мамочки. Надеюсь, они меня не догонят. Больше не хочу с ними встречаться. Груша, что случилось? Так, пацаны, срочно нужно бежать отсюда. Груша, ты чего? Куда бежаешь? Что случилось? Что случилось? Там банда, лучше с ними не связываться. Они знаешь, какие крутые. Груша, я что-то сомневаюсь, что ты вообще кого-то испугалась. И вообще, Груша, ты о чем? Какая банда? Ты что, не знаешь, что мы здесь самые крутые? Были мы, а теперь они. Груша, кто это тебе сделал? Кто? Банда каратышей! Груша, и кто там главарь в банде каратышей? И вообще, как они тебе могли фингал поставить? Как? Груша сама и шла, упала и придумала историю. Вы что, мне не верите? Я сказала, банда каратышей, и главарь там Диана! Диана главарь? Так вот понятно, почему Диана перестала с нами общаться. Мы должны отомстить за Грушу. Да, должны. Пацаны, вы серьезно? Только нужно быть очень аккуратно, потому что они сильно крутые. Ничего, Груша, не переживай. Все будет окей. Я уже готов. Вот и отлично, пацаны. Наша банда будет называться Комар. Да, Комар. И мы все покусаем. Вот и отлично. А главарем банды буду я. На, комари всех покусают. Ни один коротыш меня не победит. Кья. Так, Костя, лучше тренируйся, что-то ты слабый совсем. Артём, лучше качайся, давай. Ух. Дима, чего так слабо, давай. Слушай, качаюсь. Давай. Итак, мы банда каратыши. Караташи! Мы самые крутые на районе! В районе! Круче нас, караташи, здесь нет никого! Никого! И круто мы с вами, Груши, того! Диана, Груша как бы сама упала. Ля-ля, молчать, мы банда! Да, лучше не деревенькой! Это будет наш маленький секрет! Так, ну что, комары, готовы разобраться с бандой каратышей? Ну что, кто первый? Я еще тренируюсь. Груша, я еще не готов, еще нужно пресс накачать. Не, Груша, еще надо. Пацаны, вы что, нам нужно с ними разобраться. Значит, слушайте меня. Значит так, Костя, ты у нас самый большой, самый сильный. Пойдешь, разберешься и скажешь, что комары здесь самые крутые, понял? Груша, а че сразу я? Вон пусть Дима идет, видишь, какой он пресс накачал? Костя, ты че? Боксер-то у нас ты? Да, Костя, я считаю, что ты должен пойти, ты самый сильный. Вот, Костя, все за, иди разберись с этими каратышами. Груша, никуда я не пойду. Костя, я сказала, ты пойдешь. Да ладно, Груша, успокойся. Ладно, пацаны, желайте мне удачи, я пойду сейчас разберусь с этими каратышами. Да, Костя, пойди и скажи им, что мы здесь самые крутые и сильные, пусть выметаются с нашей территории. Ага, а то мы все к ним пойдем и мало места им будет. Тоже мне банда комар, меня одного против целой банды отправили. Как да, круто большая, в районе. Все боятся нас. Вот, смотрите, Костя. Костя идет. Привет. Я вам не Костя, я из банды комар. Стоп, девочки, вы слышали или мне одной послышалось? У нас тут еще какая-то банда комар на районе. Комар! Нашли название. Как будет летать комары? Мы их вот так вот. Да, конечно. Нас смешили. Я бы на вашем месте так не веселился. Я очень умею боксировать. Да ладно, Костя, слышишь? Лучше иди своей дорогой. Да, поможет. Значит так, коротышки, я пришел разобраться за Грушу. Кто ее обидел? Признавайтесь. За Грушу, значит. А ну уже покажи ему. А ну иди сюда. Умный, что ли? Ляля, твоя очередь. Покажи. На кого он нарвался? Вообще. Настя? А ну давай, Настя. Так, ну что, хочешь еще с нами бороться? Я думаю, нет.
Не, девочки, успокойтесь, я с вами бороться не хочу, меня просто Груша заставила. Значит, Груша заставила, да? То пускай придет, мы разберемся. Вот именно, давай покажи, комар, на что ты способен. Мы тебе же шлеп, и больше и нет все. Комара. Девочки, ну что мне делать, если я сейчас вернусь к Груше, что мне сказать, что я вам ничего не сделал? Ну, есть у меня одна идейка. А ну, девочки, коротыши. Короче, хорошо, иди сюда, сейчас будем тебе синяк рисовать. Зачем синяк? Значит так, подойдешь к своей банде комаров и скажешь, что мы тебе наваляли. Иначе тебе по-реальному не поздоровится. Я согласен, давайте. Еще бы отказался! Диана, рисуй! Побольше там рисуй. Диана, рисуй большой, чтобы они знали, какие мы силачи. Так, тихо! Что-то Кости долго нету. Конечно, Костя один, а их там целая банда. Пока он всем наваляет, это ж время надо. Да, Груш, лучше садись, мы тебя на машине покатаем. Костя, ну что, навалял им? Костя, ну что там, ты отомстил за меня? Теперь мы самые крутые. Они очень крутая банда, у меня не получилось. Не, ну нормально. Дима, теперь твоя очередь. Будешь мстить за меня и за Костю. Груша, можно участнику банды слово сказать? Быстрее, у нас нету времени. Я думаю, что должен пойти Артем, он сильнее меня. Я не могу, я на права сдаю. Дима, ты слышал? Твоя очередь, вперед. Ой, Дима, сочувствую я тебе. Ладно, пожелайте мне удачи. Дима, я за тебя держу кулаки. Я думаю, что Груша в шоке, что мы Костю нарисовали. Вот именно, они теперь нас больше всех боятся на этом районе. Да. Мы же самые крутые. Девочки, смотри, какие у меня куклы красивые, лол. Ух ты, уже целая звезда. Смотрите, 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 Дима идет. Привет, девчонки. Это я, Дима, вы меня помните еще? Мы банда коротыши. Ага, с чем пожаловал? Ну, вообще-то это, я должен вам навалять. Ты тоже с бандой комар? А что смешного? Да, я с банды комар. Что ты, из банды комаров? Да, Дима. Ну что, сейчас посмотрим. Ха! Банда комаров, точно как комар. Не, ну подожди. Любому хлопни, у любого глаза моргнут. А ну, Диана, подожди. Ну что, Дима, готов со мной драться? Не-не-не, не готов. Нам с Настей тоже тебе объясни, кто здесь самый крутой на районе. Мы можем тебе объяснить. Ладно, ладно, я понял, вы крутые. А что я банде комар скажу? Дима, скажи, что мы тебя наваляли. Сюда. Окей. Давай, только жирный такой синяк. И все расскажешь своей банде комаров. Дима, как мы тебя наваляли. Слабак. Комар еще называется. Артем, давай рули, давай, давай, Артем. Ребята! Слушай, Дима, если у тебя там синяк, я тебе сейчас второй набью. Ты что, не можешь справиться с этими коротышами? Нет, не могу. Они очень крутые, эти коротыши. Иди сама с ними разбирайся. Фух, слабаки. Так, Артем, твоя очередь. Теперь отомсти за нас троих. Да, Артем, ты самый сильный. Давай вперед. Да, Артем, только ты можешь с ними разобраться. Давай, Артем, мы в тебя верим. Давай, Артем, давай. Давай, ты сможешь. А если я не смогу? Если ты не сможешь, значит ты вылетаешь с банды комара. Диана, Диана, давай! Диана, давай! Диана, давай! Все, твоя очередь! Стоп! Артём! Артём! Мне кажется, еще один! Еще один! Комар! Девочки, привет! Я так вас рад видеть! Как у вас дела? Эй, ты нам зубы не заговаривай, с какой ты банды? Держи. Девочки, а вы не будете со мной разбираться, если я вам скажу, с какой я банды? Здесь условия ставим мы, с какой ты банды? Ну, я этот, с банды комар. Ну, мы так и поняли. Ну что, у тебя есть два варианта, будем бороться? Кто или тебя просто нарисуем. Или мы тебе пойдем к своей банде. Рисуем синяк и идем к своей банде. Комар. А вы можете просто нарисовать синяк, и я уйду? Уйдешь, но только своей банде ни слова. И скажешь, что мы наваляли тебе. Да. Понял? Да-да, рисуйте, какой вам глаз, этот или этот? Оба! Хорошо. Ну, держись. По-хорошему.
нарисуем идеально, чтобы сильно. И тем более два. Как мы ему наваляли. Так, все, готов. Можешь идти, только ни слова. Скажешь своей банде, что мы на районе самая крутая банда. Каратыши. И пусть она не связана. Вот именно. Будет вам свободно. Хорошо, все, спасибо. Ну все, ребята, это наше место. Да. Это дом для банды комаров. Ну что, ребят, я вернулся. Не поняла. Тем, что и тебе наваляли? Ты что, не видишь? Аж два. Да, но я сражался и за тебя, и за Костю, и за Диму. Я вот так дрался. Они мне все равно наваляли. Стоп. Не поняла. Опа. Артем спалился. Груша, подожди. Артем, это что? Что, синяк, ты что, не видишь? Я вижу, что это синяк, но он нарисованный. Дима, Костя, ко мне. Дима, что делать? Не знаю. Ребята, выходим. Ладно. А ну идите его по сюда. Ну, пацаны, я от вас такого не ожидала. Груша, ты знаешь, какие они крутые, какие они сильные? Не знаю, какие они крутые, но вы личинки. Груша, так ты нас обманула? Ты просто хотела создать банду? Да, хотела создать банду, комар. Но создам банду, таракан. Таракан? Да, кто со мной? Нет. Тараканы, вы куда подойдете?